понять, его позже одного уже к чему. Зовите меня ведущим BGFIF. Познакомься с актерским составом. Неизвестный объект. Я действительно не знаю, что это вообще такое. Алиса Райосин. Что это такое, кот? Это даже не объект, это реальность. Классический 54. Ладно, я так думаю. Какая странная встреча. Теперь пришло время сыграть в шоу. Мы выбрали двух наших участников, чтобы они сыграли в камень, ножницы, бумагу. Ты знаешь эту игру. Тот, кто проиграет, будет отправлен во второе измерение. Победитель и получит возможность продолжить игру. Нет, все в порядке, любовь, я всегда люблю тебя.